Со временем жирная печень приведет к циррозу. В ней начинают накапливаться токсины. Она нуждается в поддержке. Сам продукт Фандетокс создан корейским ученым. Это не просто доктор, а научный советник президента Кореи. Очищение кожи от папиллом, родинок, бородавок. Именно он нормализует работу печени, что приводит к удивительным результатам. Добрый день! Поговорим сегодня о очистке печени, уникальным продуктом, который называется Фандетокс. Но перед тем, как перейти непосредственно к этому продукту, немного о самом органе. Итак, наша печень. Она расположена справа, весит примерно 1,5 килограмма, выполняет 500 различных функций. Когда в печени начинается скапливаться висцеральный жир, человек практически никогда ничего не чувствует. Может увеличиваться живот, но при этом симптомы отсутствуют. Пока не начинается различная симптоматика, такая как слабость, быстрая утомляемость, боль в животе, тошнота, головная боль. И если ничего не предпринимать по этому поводу, со временем жирная печень приведет к циррозу. А цирроз – это образование непосредственно рубцовой ткани, и это ведет к тому, что печень не выполняет свою главную задачу – детоксикацию. В ней начинают накапливаться токсины. Кортизол – гормон стресса, также накапливается эстроген. Еще при снижении функции печени вырабатывается меньше желчи и не расщепляются токсические отходы. И начинаются проблемы с усваиванием витаминов А, Д, Е. С омега-3 жирных кислот может быть два типа жирной печени. Первый – при чрезмерном приеме алкоголя, и второй – при неправильном питании. Одной из причин является большое количество фруктозы в рационе. И при этом не обязательно иметь лишний вес. Жирная печень может быть у людей, которые имеют худое телосложение. Печень – один из индикаторов нашей молодости. Она нуждается в поддержке. И от ее работы, по сути, зависит и состояние нашей кожи. Итак, продукт Фандетокс. Это продукт, который упакован на 30 или на 10 пакетиков. И в них в виде измельченного порошка находится целебный экстракт. Именно он нормализует работу печени. Сама формула разработана корейским ученым, известным доктором Сон Хи Боком. Это не просто доктор, а научный советник президента Кореи. Входит в список 2000 человек, выдающихся ученых нашего столетия. Он избран президентом Сеульского университета биотехнологий и посвятил всю жизнь науке и, естественно, открытиям. На разработку самого продукта Фандетокс ему понадобилось 13 лет. Продукт получил огромное количество сертификатов и неоднократно получал высшие награды на форумах, на различных выставках. В нем собраны, казалось бы, простые составляющие, но они настолько грамотно подобраны и так гармонично выполняют, дополняют друг друга, что приводят к удивительным результатам. Сам продукт Фандетокс создан для восстановления клеточек печени. Это, по сути, ее омоложение. Он восстанавливает клетки. Он активирует действие ферментов. Каких именно ферментов? Которые участвуют в расщеплении того же алкоголя и превращают его в безопасную кислоту. Если вы будете продолжительно его принимать, то уровень холестерина значительно уменьшится. Вот какая еще замечательная функция. Все вредные вещества постепенно выведутся. В нем содержится в непосредственном Фандетоксе экстракт хурмы, ягоды годжи, экстракт кожучиков цитрусовых, разные цитрусовые. Есть также экстракт семян сои. Продукт нужен тем, кто страдает непосредственно жировым гепатозом. То есть уже внутренний жир. Это на сегодняшний день очень актуальная проблема, ведь многие продукты, которые люди покупают в магазине, содержат различные пестициды, гербициды, различные добавки, различные консерванты. Периодически это все накапливается в организме, и, конечно, это может привести к сбою в работе наших всех систем и, в первую очередь, отразиться, конечно, на нашей печени. А от работы печени зависит наше здоровье. В печени происходит огромное количество обменных процессов, и исчисляются они тысячами. При всех современных технологиях нет такой уникальной лаборатории, которая может сравниться с нашей печенью, и в одну секунду в ней происходит несколько сотен различных биохимических реакций. И Фандетокс работает накопительно, очень мягко и очень органично. Это продукт для того, чтобы мягко, постепенно стимулировать желчеотток и желчеобразование. Сам Фандетокс восстанавливает клеточки печени. Если среда, которую мы с вами создаем вокруг клетки здорова, все наши системы правильно регенерируют, правильно обновляются, и в такой среде все хорошо, есть хорошее поступление кислорода, есть отток токсинов, и любая интоксикация
присутствие патогенной флоры, например, там, внутри нашего организма, длительный прием медикаментов, это все может вызвать дискинезию желчных путей. А это влияет на жировой обмен, соответственно, нашу нервную систему, наш головной мозг, нашу энергию. Если жирные кислоты не расщепляются, желчь не работает и не выделяется в нужном количестве и качестве, то и энергии организм просто не может получить. То есть и недополучает ее. Фандетокс работает именно на уровне печени. В нем примерно 10 компонентов, которые способствуют ее омоложению. И все всегда происходит очень постепенно. Нет волшебства, которое, как в сказке, вас за день сделает там, на 20 лет моложе. И печень за 3 дня просто невозможно восстановить, хотя это самый самовосстанавливающий орган. Очень эффективно принимать несколько месяцев по 2 стика утром натощак и перед сном, а затем перейти на одну штучку в день. Через 3-4 месяца ваша кожа станет просто индикатором, да, по которому можно будет спокойно определить, что ваша печень уже находится просто в идеальном состоянии. Фандетокс можно принимать на фоне очистительных программ, он очень хорошо работает, на фоне очистки того же кишечника. Если применять его 2 раза в день утром и вечером, это обеспечит дополнительную защиту от интоксикации в период очисток. Отлично работает на очищение кожи от папиллом, родинок, бородавок, пигментных пятен. Именно прямую связь с печенью фандетокс способствует вырабатывать пигмент мелатонин, то есть он имеет прямую связь с нашей печенью. Фандетокс пригодится в случае, если у вас планируется большое застолье, где будут обязательно какие-то копчености, маринады, спиртное. Для того, как попасть на этот пир, пакетик фандетокса примите и утром после пира тоже примите. Все это поможет снять накопившуюся интоксикацию и защитить печень. Я не говорю о том, что если у вас есть фандетокс, то можно себя вообще ни в чем не ограничивать, гулять там, все по полной программе. Если вы отравились, если вы съели что-то не то, есть у вас под рукой фандетокс, он очень поможет. Нужно сразу выпить ударную дозу, вот как раз 4-6 пакетиков в день, это полностью обезопасит от токсинов, которые вырабатываются в момент отравления. Если кто-то из вас уже перенес гепатит, этот продукт окажет очень сильную поддержку, чтобы через годы не последовали какие-то повторные риски и осложнения. Конечно, если вы для себя откроете этот замечательный продукт, то ваша кожа через время будет радовать вас, то есть, ну, реально она будет сиять. Потому что никакие мезотерапии или процедуры снаружи не дадут такой потрясающий эффект, как даст продукт фандетокс. И 2 пакетика в день вот на протяжении нескольких месяцев помогут справиться с тем самым висцеральным жиром, о котором мы все время говорили. И не только с этим. Если вас заинтересовал продукт, обратитесь к тем людям, которые вам дали эту ссылочку, они обязательно вам помогут. Если у вас еще остались дополнительные вопросы, пишите в комментариях. Под этим видео есть мои контакты, буду рада быть вам полезной. На этом у меня все и до встречи в следующих видео.